Уровень заболеваемости в Якутии вырос на 3%. Эпидемический порог превышен в 25 районах. За последнюю неделю симптомами гриппа и ОРВИ к врачам обратились более 13 тысяч человек. Таковы официальные данные Роспотребнадзора Республики. Болеют и взрослые, и дети. С эпидемической ситуацией в Мирнинском районе ознакомились мои коллеги из Алмазного края. Утро в этом детском саду Айхала начинается с осмотра всех детей. Врач смотрит горло, нос, слушает шумы в легких. Детей с признаками болезни отправляют домой. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в местных детских садах сложная. Однако дошкольные учреждения в Айхале пока продолжают работать. Хочется предупредить родителей, наверное, в первую очередь, если не отметили какие-то признаки заболевания, это кашель, насморк, повышение температуры, не приводить детей в детское дошкольное учреждение и не водить детей в школу. Сразу обращаться к участковому педиатру и начинать противоэпидемические мероприятия не только у себя дома в первую очередь. Это проветривание, полоскание горла, применение противовирусных препаратов, применение того же самого чеснока и лука. За последнюю неделю вирус в Айхале подхватили 800 человек. Болеют и взрослые, и дети. В поликлинике и аптеках очереди. Одна из школ поселка на карантине. Школьники перешли на дистанционное обучение. В удачном занятии в школах не отменили. На дистанционном обучении лишь несколько классов. Детские сады работают. Профилактику не все хотят. Прививки, вакцинацию не все считают нужным. На сегодняшний день, на данный момент, вот, процент заболевших меньше, привитых меньше, чем которые не привиты, которые не вакцинированы. В Ленском районе тоже болеют. За неделю вирусную инфекцию подхватили 203 человека. Уровень заболеваемости вырос на 37% по сравнению с прошлой неделей. Болеют все те же школьники и работающие взрослые. Не надо самолечением заниматься. Надо обратиться в поликлинику, как только обнаружили симптомы. Кашель, температура, озноб, слабость. Сразу надо обратиться к участковому терапевту и пройти необходимые диагностические мероприятия и продолжать лечение. В Мирном ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабильная. Превышение эпидемпорога не зафиксировано. Скачок числа заболевших в районе отмечают пока только в Айхале и Удачном. В Роспотребнадзоре по Мирнинскому району сообщают, ситуация под контролем. Приняты все необходимые меры. Оксана Мезенцева, Дмитрий Вельчевский, Илья Засухин, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».